студенты Северного университета. Мы рады вас приветствовать в здании Московского городского педагогического университета. Университета, где ранние былые года вела свои занятия, проводила различные мероприятия праздничные Надежда Константиновна Крупская. Это поаплодируем. Итак, сегодня у нас очень интересная встреча с Геннадием Петровичем Малаховым. Геннадий Петрович известен как российский писатель, ведущий, а также популяризатор нетрадиционных способов здорового образа жизни. Ну и Геннадий Петрович о себе расскажет. Хочу также добавить, что к нам присоединились и дистанционные участники. То есть мы здесь очно с вами присутствуем. Есть еще те, кто присоединились удаленно и тоже слушает присоединились к данному мероприятию. Итак, уважаемые студенты, режим нашей работы. Первая встреча или первый мастер-класс с 11 до 13.00. И второй с 15.30 и до 17.30. Конечно же, по истечении одного часа будет небольшой перерыв. И, наверное, мы сделаем его без 5.12 до 5 минут где-то первого часа. Небольшой перерыв 10 минут. Вот. Ну, итак, желаю нам всем сегодня очень хорошей встречи с Геннадием Петровичем. Доброго здоровья! Наша встреча проходит в канун 8 марта. И позвольте мне вас поздравить своим стихотворением, которое я написал. Стихотворение, что там? Да? В оконце солнце светит жарко, и птица песенки поет. Журчат ручьи, 8 марта. 8 марта к нам идет. Цветы, конфеты и улыбки вам дарим щедро от души. Мы любим вас и понимаем, вы воплощение любви. Праздником вас, дорогие женщины. Вы знаете, кто как не женщина, конечно, болеет за здоровье своей семьи, за здоровье каждого отдельного его члена, да, за мужа, который является ребенком большим, за детей, которые являются, естественно, надо ухаживать за ними, надо кормить, надо, чтобы все семья была крепкая, здоровая. И мы с вами поговорим, как вы меня знаете, как специалиста по здоровому образу жизни. О здоровом образе жизни я расскажу так основное, да? Я думаю, какие-то вас будут отдельно вопросы интересовать, мы тогда на них остановимся более подробно. Вот. И так у нас как раз 2 часа пролетят, как это. Вот смотрите, я вот сочиняю стихи. Стихи сочиняю для того, чтобы жизнь такое явление, которое норовит нас принизить, да, как-то принизить своими заботами, отяготить. А надо себя возвышать, потому что если сравнить человека вот с лампочкой, лампочка светит, допустим, 220 там вольт накал у нее. То есть человек нормальный, здоровый, как бы сказать, светится, как лампочка. Да? Как только какие-то проблемы, не надо даже не здоровье, начинаются проблемы, какие-то, знаете, неурядицы, там, где-то там в ЖКХ надо платить, еще что-то куда-то идти. Ну, сами знаете, вот это бутылуха хуже всего. И человек, как бы сказать, в своих эмоциях, в своих настроениях, он только раз и принижается. То есть он стал светить несколько хуже. Тут надо сделать, все надо сделать, мысли такие. Значит, лампочка наша, энергетическая, светит немножечко хуже. Сразу же у нас обмен веществ меньше. У нас хуже работает, допустим, органы выделения. У нас еще что-то хуже становится работать. Это уже предпосылка к тому, что если мы так пробудем месяц, другой, третий, где-то начнутся заболевания.
А вот когда мы себя возвышаем, мы тем самым, допустим, вместо 220 даем, допустим, 230 этих вольт. И немножечко ярче. То есть мы искусственно повышаем у себя настроение. Это искусство называется, понимаете? Вызвать у себя вот это настроение. И вот это вот настроение, о, я сейчас говорю, уже мурашки побежали. Это очень интересная вещь. То есть каждое, как бы сказать, действие ваше мысленное, оно отображается на вашей, на вашем теле и дает сигналы. Если вы попадаете в струю, вот как я сейчас примерно попал, оп, я только почувствовал, мурашки побежали, хорошо, многие актеры тоже говорят, мурашки побежали, глаза заблестели, речь стала быстрее, да, мысли заработали яснее, обмен веществ лучше, органы выделения все у нас заработало, то есть мы уже болезнь отталкиваем от себя. Это очень важно понимать. И вот что я хочу сказать. Сразу же, знаете, я раньше, кто читал мои книги, тот видел, что я там примеры беру от Поля Брега, там примеры еще от кого-то. А теперь мне особо не требуется, у меня куча примеров из жизни, из моей собственности, из встречи с другими людьми, с которыми я встречался. И вот одна из моих последних таких встреч была с моим другом в детстве. Мы вместе выросли, я там чуть-чуть постарше, а он, значит, годика на 2-3 там помладше. Но тем не менее, сейчас, значит, я еще остался так стройненький, а он так уже, хоть мы оба лысых, но он в два раза толще меня. И он попал в аварию. Он попал в аварию, серьезные такие повреждения были. И, значит, травма головы, и какие-то здесь ушибы. И у него перестали подниматься руки. Вот так вот хожу, как пингвин. Кому он не обращался, были у него возможности, средства. Он даже к Бехтереву обращался. Представляете, что объясняли там, как там мозг у него работает. Вот для меня лично Бехтерева, ну, это как космос, так далековато. Вот. И, тем не менее, вот эти все различные люди, они ничего не могли сделать. А я могу сказать, Валентин, ну, ты знаешь, надо вызвать внутри себя радость. Как правило, вот эта вот радость, она сопряжена с тем, что что-то мы, особенно в детстве, переживали такое ярко. И он мне потом говорит, вот ты меня натолкнул именно. Вот эта вот радость, которую я нашел в себе в детстве, это оказалось целительная радость. Вот, я, говорит, стал применять ее. А для того, чтобы радоваться, ну, говорит, как-то вот так вот трудновато радоваться. Но что вызывает радость? Радость вызывает улыбку, да? И можно, не будучи радостным, начинаться радоваться. О! Славненько не бывало. Сейчас мы выключим прессу. Это я просто, чтобы стихотворение вам прочитать, а не для того, чтобы мне звонили. Вот. Можно начинать улыбаться. И смотрите, улыбка, когда вот что-то вы там видите, вышли, солнышко светит, как сейчас, снег блестит, да? Мороз и солнце, снег блестит, блескает искрами алмазов. И у вас только раз душа поет, душа парит. Да? Начинается. И как бы сказать, от души пошло на улыбку. И улыбка так. А можно, если вам грустно, это начинать, тут ничего нет, на душе тяжесть. Да? А вы начинаете с улыбки, натягиваете эту улыбочку на себя. Раз, раз. И она, знаете, то она изнутри идет сюда, а то она отсюда пошла туда. И начинает запускать радость. Начинает запускать те механизмы, о которых мы не подозреваем, но которые начинают мощно работать. И он говорит, руки-то поднимаются, понимаете? А то раньше, о, ну вообще ничего. Вот такие вот вещи простые можно делать. И когда я рассказываю о здоровом образе жизни, вот есть такое понятие, как бы сказать, основные
столбы или киты здорового образа жизни. У каждого они по-своему. Андрей говорит, там три кита здоровья такие, кто-то еще там такие, и так далее, и так далее. Я же говорю, вот по-моему, понимаете, я буду свое, что мне близко, что я понял, с чем я работаю, и с чем я, говорит, столкнулся и получаю хорошие результаты. Это значит, первое, это работа со своим собственным сознанием. Это самая большая сфера, которая затрагивает сразу же все клеточки нашего организма. Оказывается, вот смотрите, вы сейчас все внимание направлено на меня. То есть вы смотрите, да? А наши клеточки, вот смотрите, они более того, клеточка нашего организма, она вот так вот, открыв рот, смотрит, потому что я ее организм питаю, я ее эмоционально, он говорит, поддерживаю, и я как бы ее стимулирую, потому что мой организм дал каждой клеточке место, пищу, сиди себе там где-нибудь в тканях, и только это самое. Работаешь, и больше тебе ничего не требуется, да? Но как только у меня эмоции какие-нибудь возникают, знаете, отрицательные такие, я что-нибудь злюсь, что-нибудь переживаю плохое, они все это слышат, и не сразу вот так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, организм весь, он, смотрите, как реагирует на это. И они сразу зажимаются, они спазмируются, они перестают нормально работать. То есть страх, все мы знаем, парализует не только органы, но он парализует клетки. И этот парализ не так-то быстро отходит, знаете, от страха все эти клетки, когда он начнет. А тут, глядишь, новая волна какого-то недовольства. То есть владение эмоциями, владение настроением – это основная вещь, которая позволяет, будем говорить, создавать, в первую очередь, оздоровительную среду для того, чтобы, если там какая-то имеется, ну, говорит, отклонение или болезнь, предпосылка, чтобы ее не было. Плюс с сознанием очень можно работать, я так его, знаете, досконально для себя разобрал, потому что то, что было известно, мне не удовлетворяло. Вот, допустим, слово «эмоция». Оно лично меня как-то не затрагивает, потому что русское слово, перевод этой «эмоции», значит «волновать». То есть эмоция волнует. Видите, как я начинаю как бы сказать, вкручивать все это. Эмоция волнует. А что она волнует? То есть какая-то мысль, вот тебя, грубо говоря, ну, наступили там где-нибудь в метро на ногу, да, или чем что-нибудь там сказали тебе еще тут, ну, если это не расставлять, да. И ты возмутился, да? И вот это возмущение, как она действует? Она, значит, вот существует такая цепочка, которая называется психосоматическая. То есть вот мысль умудряется через головной мозг сбрасываться на, значит, по нервам на мышцы, чтобы уйти, ух, сейчас как двину я тебе, да, в ответ, на ногу наступил, еще меня обозвал. А это же делать нельзя. Вот этот вот, как бы сказать, посыл, да, он остается, то есть мышца осталась слегка напряженная. Но мышцы-то у нас имеются не только скелетные мышцы, мышцы у нас имеются внутри сосудов. И не только раз и сжались, а раз они сжались, внутри сосудов, по которым идет кровь, значит что? Давление повысилось. И когда мы с вами раз разозлились, два разозлились, три, а в течение жизни много-много раз, у нас сосуды перестали нормально реагировать. Они находятся в спазмированном состоянии. И тогда что? Возникает такое явление, как гипертония. И все исследования говорят, в первую очередь возникает вот такая вот мышечная зажатость.
они еще не говорят, что, как бы сказать, они просто фиксируют от эмоций, как бы это отдельно, что мышечная зажатость. От чего? Я сейчас только вам сказал, от чего она возникает по разным причинам, да? Вот. И надо вот этот спазм снять. И тогда, когда мы расслабляем разные спазмолитики, принимаем различные там лекарства, травки и так далее, сосудики расслабляются и давление возвращается. Но быт есть быт. Никто нас не научил владеть своими собственными эмоциями. Как относиться к этому, да? Следующий же случай подобный. И опять мышцы, оп, и сжались. Опять скачок давления. И в зависимости от того, насколько мощнее эмоциональное это будет потрясение, настолько сильнее сжимается. Ну, до того, что может быть очень тяжело. Да? Вот. А как тут поступать? Как тут поступать? Вот смотрите. Есть, значит, различные техники, ну, мы уже разобрались, можно с помощью лекарств расслабить, можно с помощью или излечиться, как бы сказать, или их постоянно есть, для того, чтобы не было гипертонии. Да, вот, человек болен гипертонией, все, теперь ты эти будешь спазмолитики принимать постоянно. Либо дышать, когда там есть определенное дыхание, которое накапливает углекислоту, у нас расширяются сосуды, и спазм проходит. Это так называемое дыхание по бутылке, такое растянутое, плавное дыхание. Вот. А можно вообще обойтись и без дыхания. Да, движение хорошо в мире. Пошли тоже. Здесь уже невольно у нас накапливается там и углекислота, и как-то мы расслабляемся, и у нас мысли совсем другие. И все это уходит. А можно вообще без этого всего обойтись, если мы научимся на ту или иную ситуацию жизненную реагировать соответственно. Ну, наступили там на ногу, сказали, ну, это вы мне наступили. Без подключения волнующих эмоций, понимаете? Просто отреагировали все. И так, грубо говоря, во всем. Но это, как бы сказать, целая наука, целое искусство, которым вообще-то надо овладеть. И нам вообще-то дается жизнь для того, чтобы мы это овладели и реагировали совсем по-другому. То есть наши реакции эмоциональные и настроение, а настроение это те же эмоции, которые эмоция длится, грубо говоря, 5 там, минут, да, потом вроде мы их стихли. А настроение это когда оно длится 20 минут, а то целый день. И вот если мы с вами сами себе, опа, возвысили, да, некоторые говорят, вскочили на волну возвышения, и на ней сидим, то мы тем самым начинаем, будем говорить, уничтожать предпосылки различных там болезней, которые у нас возникали. И более того, мы начинаем даже работать со своей собственной судьбой, притягивая хорошие такие интересные вещи. Я, например, когда начал... Так, многие слова, кстати, это тоже относится к работе с нашим сознанием, они оказывают то иное действие. Любой звук есть не что иное, можно так по-большому сказать, как космическая сила. И говоря то или иное, ты работаешь с космической силой. Ну, всем известно действие, допустим, мата, да? Вот, это такая вещь, которая подстегивает, подклёстывает, но в то же время это не совсем хорошая вещь. Есть совсем другие, как бы сказать, методики, есть другие слова, которые желательно бы отобрать. И вот я применил такую методику работы с красивыми словами, и я вам сейчас ее расскажу. Вот, я как бы себя окружил, вот мне говорят, аура. Что такое аура? Аура – это энергетическая оболочка, можно сказать. Аура – это, ну, и пространство вокруг тебя, можно так сказать. Так вот это пространство, оно должно быть, как бы сказать, вычищена и насыщена благостью. А как эту благость создавать? Благость мы создаем. Да? Вот религия, она рекомендует нам молиться. Это одно, это хорошо. Потому что вот если взять, у человека 1000 различных мыслей. И каждая мысль
хочет через нас проскочить. Ну, я примерно, какая бы, допустим. Ну, пойти бы сейчас пивка выпить, да? Чем мы тут сидим? Мысль, да? А мы не надо. Пивко нам не надо. Ага, пойти там, нам, допустим, потанцевать куда-нибудь, там еще что-нибудь такое. Не надо, да? Какая-нибудь вообще плохая там мысль, грубо говоря, там, ну, а не поиграть ли в компьютерную игру. И так далее. То есть у нас очень много различных мыслей, которые хотят завладеть нашей энергетикой, нашим сознанием, нашим телом и через нас проявиться. То есть некоторые сами, знаете, любят футбол смотреть, другие любят бокс смотреть, третьи на приставке играют, четвертые, будем говорить, там, пьянствуют, курят, там, дебоширят, то есть много. А нам, вот как раз как древние говорили, чувство – это кони, ум – это возница, а повозка – это тело. И если ум не контролирует наши чувства, которые говорят, а давай там, туда-сюда, то они так понесутся, сами знаете, вот до наркомании, до пьянства, и разгрохают эту повозку еще в 20, там, в 30, 40 лет. То есть, представляете, все это можно сделать, не зная, как работает наше сознание. А когда мы с вами будем говорить вот энергию, в частности, красивые слова. Так вот, значит, как работать с красивыми словами? Я взял листочек бумаги, А3 или А4, ну это обычный, да, А4 по уровню. И значит, на него выписал, важно, знаете, мысль, которая у нас есть, не просто это мысль нереализованная. А когда мы ее напишем на бумаге, это уже реализовано. То есть мысль прошла полный цикл от мыслительного уровня, воплотилась на материальный. И вот я пишу, допустим, ну, говоря, я красивый, я успешный, у меня все хорошо, значит, у меня там прекрасные брови, там ровные зубы, там и все такое, ну, много. То есть слов где-то 200, а если больше еще, это еще 300. Вот, я, значит, это пишу, и потихонечку я чувствую, что я, как вам вот объяснил, через звук, через слово, через понятие я начал связываться с нечто таким благим, которое ко мне подтянулось, понимаете, раз, начало входить, я чувствую, у меня поменялась энергетика, я перестал уставать, я ношусь как заводной, неожиданно через меня прошли стихи, я их просто записал, вот такие вот стихи, я сейчас вам прочитаю. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Бог творил миры. Чувствуете? Слово творит миры. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне. Я это знаю. Чудесное, дивной красоты. Оно основа существа и заставляет сердце биться, любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. И мы его вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызнул из меня, и время юности явилось, теперь живу, люблю, творю, а слово тайное храню. То есть вот эта вот энергетика, она, понимаете, оттолкнула все болезни, все вирусы, все. Вот что удивительно. И вот это настроение очень важно пронести, чем больше, тем лучше. Все вы, наверное, знаете такой факт. Армии, которые наступают в госпиталях этих армий, солдаты поправляются быстрее, чем те, которые отступают. То есть видите, что делают? Эмоциональный настрой даже влияет на раны. Раны заживляются быстрее, нежели это. Поэтому работа с сознанием очень тоже важна. Сейчас настал пост. Я опять-таки для себя разбирал, что такое слово «пост». Многие его связывают, что это постная пища. Просто, ну, пост. Я же посмотрел, пост – это французское слово, которое имеет два значения. Стоять на посту – это значит, вы что-то пропускаете,
а что-то нет. То есть вы, когда стали на пост, отсекаете все вредные мысли, похотливые, поесть, еще что-то там, поругаться и так далее. А то, как некоторые говорят. Да, кстати, вот вы посмотрели фильм «Кровавая барыня». Да? Ну, многие из вас смотрели. Я, конечно, почитал, с чего все это дело начиналось. Они там расписали там очень-очень много, но тем не менее. Вот эта женщина была очень, как бы сказать, ну вот, в кавычках, религиозная. Она посвящала паломнические вот эти вот поездки делала, значит, посты соблюдала. И в то же время, вот я прочитал, что именно она делала, а не по фильму, она, значит, девчат и женщин забивала поленьями до смерти. Что ж это такое? Поститься, молиться и так далее. То есть важно, чтобы мы сами себя и других своих близких не ели вот в этот период, вот этими вот различными раздражениями, недовольствами и так далее. То есть вот оно самое главное. Ну, а если добавить пищу, то смотрите, что происходит. У нас просто-напросто...